летела с моря и видела там всех, кроме тебя. Дай отгадаю, тебя задержали в аэропорту за незаконный провоз целлюлита. Я не допущу, чтоб тебя посадили на 10 лет ЗОЖа строгого режима. Главное, помни, пока ведется следствие, ты не выездная. Поэтому подбери все свои складки и держи их в одном городе. Если, конечно, удастся. Цезарь с курицей и коктейль молочный-клубничный. Ну все, я объелась. Пойдем? Мне шашлык из свинины. Барабулю черноморскую. Где тут у вас было? Чабан-салат. Ага. И этот. И мать вашу. Шаурма есть? О, со свининой. Ты будешь что-нибудь? А нет, ты же на диете. И вино. Вино. Ну я обожралась, конечно. А ты что сидишь? Давай тоже в пакет складывай. Трутень. Сельдь, классика жанра, молочный коктейль, да, икра щучья есть, мед с орехами, соленье и королевская ватрушка гоголь-моголь. Там мороженое, да? Все. И вин... А, мне вино нельзя. Все. Так все вкусно, но мало. Салфетка бомба! Телефоном пусть родители приходят. Кто дежурный? Почему доска грязная? Так, а теперь выйди и зайди, как полагается. А голову ты дома не забыл? Разговаривайте, разговаривайте. Я потом посмотрю, как вы контрольную напишете. За 30 лет преподавания вы худший класс! Я от вас откажусь! Димочка, я тебе хотела сказать, не с теми ты людьми дружишь. Тетрадь — это твое лицо. Дневник — это твое лицо. Панта — это твое лицо. Кроссы — это твое лицо. Ну, кто к доске? Ага, лес рук. Ну, тогда пойдем по списку. Я вас сейчас всех рассажу. А ну-ка, сели все. Звонок для учителя. Самое страшное — это когда не знал, а потом еще и забыл. Что смешного? Скажи всем, мы все посмеемся. Беляев. Здесь. Винокуров. Болеет. Чем? Воспалением хитрости? Че же вы не ржете? Зачем вы мне звоните? Звоните хирургу, если у вас палец загноился. Девушка, конечно, у меня есть опыт работы. У меня 7-й айфон. А, вы про маникюр. В нашем салоне сейчас действует акция. Каждый 21-й ноготь бесплатно. Ой, у вас такие красивые ногти. Жалко портить. Скажите, пожалуйста, у вас инструменты одноразовые? Обижаете. Мы все инструменты спиртом протираем. А вы маникюр где делали? Seven Nails. Знаете, у нас девочки намного профессиональнее делают. Я бы туда не пошла. Алло. Это Seven Nails. Запишите меня на маникюр и педикюр. Привет, а можно с тобой познакомиться? Нет, 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 не надо. Прикол. Алло, Юлька. Прикол. Ой, девушка, извините, а вас как зовут? Меня Женя, а вас? Меня Олег. Красивое имя. А, девушка, извините, а можно с вами познакомиться? Да что ж вы все спрашиваете и интересуетесь? Вы уже действовать начнете когда-нибудь? Спрашивают они, интересуются. Девушка, извините, а можно с вами познакомиться? Знакомьтесь, живите со мной, я выброшу всех кошек. Меня Женя зовут. Надеюсь, хоть с вашей семейкой мне повезет. Ну что, освобождайте большую комнату. Теперь у вас жить буду. Пожрайте, приготовьте. Слушайте, мам, а ваш-то папа вообще огонь. Мама, у меня аллергия на пыль. Вы почаще протирайте. Когда нам внуков ждать? А у меня дочка в саду, а сын в школе. Вот они когда придут...
А, вы не про этих? А я больше рожать не планирую. Вы Димке-то денег побольше давайте, а то он меня в рестик уже неделю не водил. А у вас есть видео, как вы Диму рожали? Давайте посмотрим, я хочу все про него знать. И про вас. Я чувствую, мы можем стать с вами лучшими подружками. Хочу сказать по секрету, Дима у меня не единственный парень. Пришлите фото на конкурс красоты. Ну ладно. Блин, что-то я не очень. Подожди, сейчас. Все, фото. Давай, покажи мне страсть. Подожди секунду. Да ерунда, прыщик выдавила. Фото. Все, сфотал. Закеш. Меня уважаешь? Алло, Андрей, я люблю тебя. Люблю! Ненавижу. Ой, мороз! Да я трезвая. О, а поехали в клуб? Да я босиком пойду. А давай прямо сейчас прямой эфир проведем. Тагил! Ведем себя прилично. О! Это моя любимая песня. Пошли, выйдем, разберемся. О, а это тоже моя любимая песня. Где мой телефон? Где мой кошелек? Где мой номерок? Ты моя лучшая подружка. Не, и ты тоже моя лучшая подружка. Как вас зовут? Боже мой, я самая сексуальная на свете. Слушайте, у меня родилась идейка. А давайте дадим во все квартиры отопление. Ну, чтоб трусы быстрее сохли. А то можно обосраться, как холодно. У меня нос сейчас такой температуры, как будто я уже 3 дня назад умерла. И вот сижу, потихоньку остываю. Мам, помнишь, этим летом я тебе говорила, что мне не нужны твои носки? Нужны. Я уже 2 пары надела. Я их даже на ночь не снимаю. Мерлин Монро спала в каплю Шанель No. 5, а я сплю в 2 парах вязаных носков. Наверное, поэтому она секс-символ, а я нет. Ну, наверняка у нее в кровати было 10 грелок. Или мужиков. А вы перед сном наливаете в бутылку горячую воду? Можете не включать отопление, я нашла выход. Мам, ну пожалуйста, купи мне хотя бы чупа-чупс. Родичи, да дайте так денег, я сама куплю все, что мне надо. Братан, ну купи мне хотя бы Ролтон. Братан, ради бога, купи минералки. Купи мне айфон. Когда ты купишь? Купи лампочку в ванну. Сколько можно в темноте мыться? Купите, пожалуйста, почку. Я ее почти не использовала. Расхерачила твою тачку прямо в хламину. А это тебе за то, что ты мою вазу разбил. Когда я бывшему машину разбила, он так не визжал. Жесть, это просто кошмар. Я ноготь сломала. Зато я успела к визажисту. Эдик не любит ждать. Я тебе проездной в метро купила. А зачем ты мне права купил? Я говорила, что мне нужен личный водитель. А ничего, что я была внутри машины, когда это произошло? Тебе меня совсем не жалко. Скоро дачный сезон, на чем мы рассаду-то повезем?